Ну что, капитальный ремонт сделали? Сделали! Сделали! Новый год на носу! На носу! На носу. Пора и фасад дома съесть! Да! А крем добил новый! Ох ты! Кто же этот фасад делал? Ну я ж, конечно! Ох ты, моя ты внученька! Чтобы такой фасад красовался на торте, живущие за ним люди прошли долгий путь просьб и заявлений. Ведь крыша, например, текла 20 лет. Но вот сегодня праздник, и к нему, чтобы не отстать от дома, нарядился весь двор. Мы украшали елочку всем двором. Ой, молодцы ж, какие же вы девочки! Какая красивая елочка! Да, очень красивая. И здесь вот... В данном конкретном дворе жители не платили за капитальный ремонт. Ну, здесь бюджетный капитальный ремонт произведен. Стоимость на данном дворе капитального ремонта более 10 миллионов рублей. И это подтверждает то, что государство не остается в стороне от капитального ремонта. Своего первого капремонта двухэтажка из 1860-х ждала 102 года, рассказывает старшая по дому Виктория Носова. И только в начале 60-х 20 века ее привели в порядок. А еще полвека спустя обновили фасад и перекрыли текущую крышу. С таким новогодним подарком можно снова поверить в Деда Мороза и увлечь в хоровод всех, вплоть до гостей из министерства. Спасибо за ремонт! Мы очень благодарны за то, что нам отремонтировали в этом году дом. Мария Филинкова, Олеся Слынько, Юрий Санкин, Дон 24, Ростов-на-Дону.